Всем привет, приветствую вас на моем канале. Сегодня сделаем 5 самых вкусных коктейлей с рижским черным бальзамом. И сразу скажу, кто не согласен с моим выбором, пусть предложит свои варианты, и если они мне понравятся, я сниму отдельное видео, в котором будут те коктейли, которые предложите вы. Сделаем Black Cherry Cola, Black and White, Innocent Balsam, Black Mojito, Black Night Dancer. Для приготовления крайнего я буду использовать ежевичный сироп, который сделал сам. И также вы можете сделать вы, просто посмотреть до конца этого видео, и я покажу, как быстрее, чем за 15 минут, сделать сироп, который будет намного вкуснее и полезнее за покупной. Так что смотрим до конца, будет интересно. We'll be right back.
Для приготовления ежевичного сиропа нам понадобится 1 часть ежевики, 1 часть сахара, полстакана воды, 1 третья чайной ложки лимонной кислоты. Ягоды ежевики перед приготовлением не моют, их нужно просто перебрать, удалить веточки и листочки. Взвесим ежевику и добавим такое же количество сахара. Пересыпем ежевику в сотейник, добавим воды и перемешаем. Нужно немного подождать, чтобы ягоды пустили сок, так они не пригорят. Доведем до кипения, после чего убавим газ до минимума и через 10 минут снимем с огня. Чтобы сделать сироп без косточек, процедим его через сито. После процеживания сироп снова закипятим и добавим лимонной кислоты. Сироп готов, его можно разливать в бутылки. При таком соотношении ягод, лимонной кислоты и сахара сироп без проблем сможет храниться при комнатной температуре около 6 месяцев. В более прохладном месте срок хранения увеличится до 2 лет. Спасибо за просмотр. Напишите, какие коктейли с фигой пробовали вы. А если не пробовали, мое видео вам точно в этом поможет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пейте с умом. Всем пока!